краевого бюджета на строительство посадочных площадок краевым государствам, проживающим за рубежом. 36 миллионов по доходам, 87 миллиардов 562 миллиона рублей по расходам. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 12 миллионов. И юридическую проверку здесь прошел вопрос. Из них 960 миллионов рублей на выплату регионов и Дальнего Востока. 381 миллион на поддержку государственного собрания Приморского края.